И в продолжение темы. Избирательную активность на выборах проявляют, как правило, люди преклонного возраста. Для того, чтобы молодежь тоже не оставалась в стороне от политической жизни страны, в нашем районе при поддержке территориальной избирательной комиссии «Славянская» проводятся разнообразные тематические мероприятия, направленные на повышение политической грамотности молодых людей и их электоральной активности на выборах. Одна из таких встреч со славянской молодежью прошла в межпоселенческой библиотеке. Еще раз напомнить юным избирателям о российской системе голосования, проверить, насколько ребята знают избирательное законодательство, решили в игровой форме. Для студентов славянских техникумов и института была проведена игра «Brain Ring». В интеллектуальном состязании приняли участие 4 команды, представлявших такие учебные заведения, как Славянский сельхозтехникум, Электротехнологический техникум, Техникум экономики и права, а также филиал Кубанского госуниверситета. Ребятам необходимо было набрать наибольшее количество баллов, правильно отвечая на вопросы ведущего. Готовы? Первый вопрос. Назовите точное наименование муниципального образования, в котором мы сегодня с вами находимся. Муниципальное образование Славянский район Краснодарского края. Ребят спрашивали и более сложные вопросы, например, как называется выдвижение своей кандидатуры в депутаты Совета Славянского городского поселения, каков возраст пассивного избирателя, участвующего в выборах, что такое местное самоуправление. Больше всего правильных и точных ответов дала команда КубГУ. Они и стали победителями 5-го сезона игры «Brain Ring». Второе место у студентов электротехнологического техникума, третьими стали ребята из СХТ. Призеры были награждены дипломами, а победитель – памятными подарками. Игра проходила в рамках месячника молодого избирателя, который проводится Центральной избирательной комиссией в течение февраля на территории всей России. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».